Чем еще запомнился этот день в истории города? Мы расскажем вам в рубрике «Городские новости» короткой строкой. В деревне Болгуры произошел пожар в ангаре для хранения картофеля. Огонь уничтожил утеплитель внутри ангара, конвейер для загрузки картофеля. Площадь возгорания составила 360 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стала аварийная работа электросети. При пожаре никто не пострадал. Воткинские кадеты приняли участие в турнире «Виват Кадеты». Соперниками ребят стали воспитанники кадетских корпусов и классов из Удмуртии и Татарстана. По итогам интеллектуальных и спортивных состязаний кадеты из Воткинска заняли 3-е место. Победу одержала команда татарского кадетского корпуса. 22 октября в спорткомплексе «Атлет» пройдет открытое первенство Воткинска по кикбоксингу. Соревнования состоятся в 4 возрастных группах, в каждой выделено от 7 до 9 весовых категорий. Призеры будут награждены дипломами, медалями, а также кубками за лучшую технику и волю к победе. Старт турнира в 11 часов. Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. Там каждый день новая и полезная информация для вас. Хочешь знать новости Воткинска? Интересные слухи и домыслы? Заходи и читай воткинск.нет.